Бойцами были те, кто сражались в Великой Отечественной войне. Бойцами мы называем мирное время ребят из студенческих отрядов. Сегодня они пришли в героическую Брестскую крепость, чтобы открыть третий трудовой семестр Брестского государственного университета имени Пушкина. Доброе дело было решено начать с возложения цветов к вечному огню. Вечная память героям. Очень отрадно, что мероприятия такие проходят в Брестской крепости, что наш университет имени Александра Сергеевича Пушкина проводит такие патриотические мероприятия, потому что вот давать путевки отрядам, которые будут трудиться в таком месте, это очень важно, потому что у нас еще существует такой проект, как их именами названы студотряды, где каждому студенческому отряду присваивается звание Героя Советского Союза, либо Героя, которые с нашей местности, с Брестской области. Поэтому хочется сказать, что и тут еще есть такая воспитательная цель в этих студенческих отрядах. Я думаю, что у нас все получится. И, конечно же, хочется ребятам пожелать хорошего трудового семестра. Хочется пожелать заработать хороших денег. И, конечно же, наверное, самое важное – это подружиться со своими сверстниками, пообщаться, найти хороших новых друзей. Бойцы Брестской крепости защищали нашу страну, стояли насмерть. И вот пожелание к нашему студенчеству, чтобы вот это понятие «бойцы» использовались только в студотрядовском движении и в мирных целях на благо нашей страны. И тут и сервисные отряды, и строительные отряды. Есть, конечно же, и много волонтерских отрядов. Это говорит о том, что наши дети удачно сочетают и учебную деятельность, и трудовую деятельность. А значит, это будут хорошие выпускники для университетов и хорошие профессионалы для нашей страны. Ребят впереди ждет плодотворная работа на различных объектах региона. Кто-то из них впервые включился в студотрядовское движение, а кто-то уже имеет подобный опыт и не собирается оставаться в стороне. В любом случае, эти юноши и девушки – творческие и активные личности, которые находятся в постоянном поиске, а работа в студенческих отрядах – для них еще одна возможность самореализации. Помимо заработка, это, во-первых, опыт какой-никакой, люди получают новые навыки. Сервисные отряды дают возможность научиться работать с людьми, научиться общаться, какой-то элементарной этике, вежливости. Кроме того, это всегда новые знакомства. Отряды очень сплачивают людей, потому что когда ты работаешь с одними и теми же людьми в течение 20 дней, а тем более, когда за пределами своего родного города, за пределами университета, ты заводишь новые знакомства, ты учишься уживаться вместе с людьми. В данный момент мы занимаемся несколькими подразделениями. Это экологические добровольческие отряды, переводческие, сотрудничаем с иностранными языками, факультетом иностранных языков. Также ездим в дома семейного типа, социальные приюты и работаем с детьми с онкологией. Нас вдохновляют улыбки людей, которые мы получаем взамен. Совсем скоро студенческие отряды разъедутся во все уголки Брещины. Ребята уже зарядились боевым настроем и теперь встретят лето в активной деятельности. Напомним, всего в студенческих отрядах Брестского государственного университета имени Пушкина задействовано порядка 500 человек. Людмила Лагодич, Андрей Щеров, Александр Макаревич, телекомпания «Бук ТВ».